Все, поехали. Я 4. По-моему, уже запугали всех. Ну, ходим. Е 5. У тебя есть управление? Да. Что ты делаешь? Это же камбэк. Зачем я тебе его дал? Да не будет здесь ничего, не будет он бить. Ходи. Нет. Нормально. Все по плану. Не пора еще мне отдавать. Нет, конечно. Теперь пора. Единственный ход. Теперь пора. Ну, в принципе, не могу я палиться. Согласен. Да что вообще происходит? Бежим, называется это. Все, ты теперь на подходе будешь играть, да? Да. На качество никто не смотрит. На пешку тоже. Ну тут все понятно, в принципе. Как вообще это вышло? Трудно сказать. Еще одна. Давай. Я начну. Давай. Е4. Слон Е2. Д3. Что значит отложено? Отложенный гамбит дебил. Есть улучшенная защита Тараша, а есть отложенный гамбит дебила. Ой. Вот сюда. Сюда. За прямую ферзь F3. Так, подожди, Ж3. Как? Такой ход вообще мог пойти в голову. Смотри. Даже если это камбэк. Мы напали на пешку, между прочим. Вот, все у нас все идеально выходит. Мы без фигуры. И что? Ну все, пора мне заступать. Нет, стоп. Да, не бей, не бей, не бей. Идея-то была не в этом. Вот, идея была на G2 повести ферзя. Все, начинаем. Может, я не понял это? Кстати, Сейчас я запрыму приму в до смерти. Приму в камбэк, это, по-моему, гениально. Ты не обошел его? Ой, конь. Там сам. Проскочили момент. Там слон был. Ну да, ну это же размен. Как эту позицию можно спасти, в принципе, я не понимаю. Ну, начнем с того, что нужно не примурить. Согласен? Возможно. Надо какую-то матовую атаку проводить. Надо. Так, что у нас по позиции, кстати? Все плохо. Ой, Е3. Че-то надо сюда. Вдруг где у меня отладью? Сработало. Как вообще это? Вот объясни, смотрите. Я думаю, он сейчас сдаст. Ты решил дать мат по восьмой. Гениально. Кстати, это мат. Стоп, а почему мы раньше его не поставили? Потому что пешка была на e4. Спасибо. Спасибо за внимание. Играем.